Не могу сказать, что это легко, но в принципе возможно даже для девушки. Это новый русский внедорожник, который даже возможно пойдет в серию. Он на базе Газели. У него под капотом Каменс плюс шестиступенчатая механика. И то, и другое вы прекрасно по Газели знаете. 157 лошадиных сил, 330 ньютон-метров крутящего момента. Нужна нам такая машина?